Лед катка в парке Малевича буквально раскален. Одинцовская армада, в составе которой сегодня и глава округа Андрей Иванов, встретилась с щуками из Чуприкова. Подготовка спортсменов обеих команд на высшем уровне. Силы команд равные. И в той, и в нашей команде есть спортсмены, и бывшие. Ну, бывших не бывает спортсменов. Вот, все поигравшие, вот, все с хоккеем на «ты». Вот, ну, приятно играть. Дружеская атмосфера царила всю игру. Даже в трудной ситуации спортсмены не оставляли друг друга без помощи. Вратарь «Армады» сыграл за клуб из Чуприкова. Меня поставили за... Я вообще из команды ХК «Армада». Вот. Меня за них поставили играть. Вот. Так как, я не знаю, их вратарь приболел. Зрители увлеченно следили за ходом игры и поддерживали любимую команду в фан-зоне. Два периода по 30 минут хоккеисты обоих клубов выложились по полной. Но одинцовская «Армада» оказалась сильнее. Игра закончилась со счетом 9-5. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».